В приграничных районах Алматы острый дефицит опорных пунктов полиции. С такой жалобой в нашу редакцию обратились жители Алатауского района. Участковые говорят, люди приезжают к ним только в экстренных случаях. Поэтому во дворах и в частном секторе участились кражи и разбои, уверены горожане. Подробности в следующем материале. Самым первым мы навестили микрорайон Зерделя. Опорных пунктов в этой местности нет уже давно, говорят местные. Заметно только выгоревшая на солнце памятка. Жители никогда и не знали своего участкового. Все бы ничего, но краж, разбоев и драк становится все больше. Люди обеспокоены. Редко-редко кто-то по вызову или что приедут, и все, вот только так. А где опорный этот пункт? То, что опорного пункта нету, это большая проблема. Жители неоднократно поднимали этот вопрос и акиму города, районному акиму, говорили, что требуется нам. Давайте мы выделим подвальное помещение, чтобы они непосредственно всегда находились именно на участке. Но пока, к сожалению, безрезультатно. У нас случаются частые кражи, как квартирные кражи, автомобильные кражи там и... От крупного до мелкого. Сотрудники полиции, конечно, очень хорошо работают, приезжают, но, однако, пока не доедут, лучше здесь вот на месте разобраться. Проблемным вопросом недавно заинтересовались члены общественного совета. Они провели собственное расследование. Оказалось, что дефицит опорных пунктов наблюдается не только в Алатауском районе. Тревожная ситуация и в соседних районах, на Наурызбайском и Ауэзовском. Население не знает, где находится тот пункт участковый. Есть участковый пункт, который передвигается на машинах. Нет самих пунктов. Участковый пункт полиции номер 3 Петрова-Ташкентская, ниже Райнбека. Там участковый пункт, он только вывеска висит. Пункта нету. Нету. Но вывеска висит, надо вывеску тогда убрать, потому что дверь сломана и там живут бомжи. Решить нехватку опорных пунктов в департаменте полиции намерены при помощи нового проекта. В городе планируют увеличить число отделений участковых, а имеющиеся обновить. На сегодняшний день в городе имеется 102 административных участка. Однако имеется всего лишь 67 помещений под участковые пункты полиции. Дополнительно требуется 29 помещений в городе для размещения участковых пунктов полиции. Сейчас в Алматы несут службу более 500 участковых. Более 2000 стражей порядка ежедневно вступает в дежурство. Еще 500 полицейских патрулируют городские улицы. Рашид Ильясов, Айдана Мирамбайхазе, Рашид Шукуралиев, телеканал Алматы.